Знаете, как получить шикарный объем, но без склеивания волос? Все просто. Берем этот спрей, наносим на влажные волосы, берем эту пенку, наносим тоже на влажные волосы, сушим все феном вниз головой, буквально пару минут, затем на влажные волосы надеваем липучечки, носим, потом снимаем липучки, встряхиваем, при желании можно поправить феном, но прохладным воздухом, а для того, чтобы получить красивый пепельный оттенок, я пользуюсь вот этим бальзамом от Концепт. Будьте красивы, будьте пушисты и радостны!